Специальное предложение сегодняшнего дня. Леггинсы на меху Адель. 999 рублей. Цена только сегодня. Вы знаете, буквально недавно я была в магазине и смотрела, сколько могут стоить леггинсы. Это одна из самых модных деталей женского гардероба. Преимущество нашей модели в том, что она защитит вас и от морозов. Вы можете носить ее и весной, и в межсезонье, и осенью. И самое главное, что вы не будете тратиться сейчас на плотные колготы. Буквально недавно заходила в магазин и видела, что плотные колготки 100 ден могут стоить в магазине 1800, а то и 2000 рублей. Мы вам сегодня покажем эксперимент, который докажет, что наши леггинсы обладают самыми новейшими технологиями производства, и наше полотно даже никаких зацепок не оставляет после соприкосновения с металлическими вещами. Мы сегодня покажем вам, за счет чего можем выйти смело на улицу в леггинсах и укороченной куртке, но при этом нам не будет холодно. Давайте по порядку. Самое модное предложение, самое сезонное, самое выгодное и самое ограниченное. 999, цена только сегодня. Обратите внимание, это выбор эксперта Светланы Воронцовой. Я хочу сказать, что у нас единый размер от 48 до 60. Наши колготы невероятно, леггинсы тянутся. Посмотрите, они даже не влезают в наш экран. К чему это я? К тому, чтобы к нам присоединялись 62, 64, размер и 46. Я уверена, что такая модель идеально подойдет как для молодых девушек, кто любит носить удлиненные свитеры, туники, так и для взрослых женщин, кто привык утепляться. Ну а секрет нашего тепла внутри. Невероятная красота и качество меха вельбоа. Но знаете, что самое интересное? Этот нежнейший материал будет соприкасаться с вашим телом. Я очень часто зимой, Ариша, испытываю раздражение в области щиколотки, когда натирают иногда обувь, и капрон вызывает аллергию на моих ногах. Вот здесь хочу добавить, что вельбоа, экологически чистый материал, он нежнейший. Арина провела рукой и сказала: «Свет, ну какой он мягкий, какой он нежный!» И самое главное, до минус 20-25 градусов вас защитят леггинсы на меху Адель. Действительно, потрясающее предложение. Я, кстати, детям своим давно уже выбираю только такой материал для того, чтобы было тепло, для того, чтобы было комфортно. 999 рублей – это товар дня. Забирайте прямо сейчас из прямого эфира. Защита до минус 25 градусов. Модная тенденция в вашем гардеробе. Свет, слушай, ну бывает такое, что леггинсы вроде бы по размеру себе подбираешь, но они на некоторых выпуклых частях растягиваются и прозрачными становятся. Я хочу сказать, что наши леггинсы имеют очень хороший состав, и прежде всего он прочный. Как и обещала, прежде чем перейти к рассказу о том, из чего они сделаны, я хочу провести эксперимент. Но вот сейчас видно, что на нашей Лале леггинсы надеты на голые ножки, и они совершенно не просвечивают. Давайте посмотрим сейчас на наш чудо-материал. Наши колготы, леггинсы, я их так называю, их можно носить и с ботфортами, как это делаю я. Леггинсы на меху обладают невероятным качеством. Все знают, что хозяйки дома используют вот такую моющуюся губку, которая содержит такую проволоку. Посмотрите, она металлическая. И очень часто она оставляет зацепки, царапины на сковородках. Давайте посмотрим вблизи, оставляет ли она зацепки на наши колготки. Давайте боком вот так поверну. Посмотрите, вот я сейчас делаю это по нашим колготкам и посмотрим, ни одной зацепки. Это очень здорово, потому что наша микрофибра, в состав которой входит капроновые волокна, обладает невероятной прочностью. Никаких зацепок у вас не будет. Вы можете носить эти леггинсы несколько лет. И еще раз обратите внимание, не просвечивающий материал. Ариночка, сними, пожалуйста, тунику. На белом фоне мы сейчас растягиваем наши брючки и леггинсы, а они совершенно не просвечивают. Это все благодаря плотности материалу и вельбоа, который находится внутри. Невероятно мягкий, комфортный. Вот не все женщины могут носить, например, кожаные лосины. Согласна. Потому что не все радуются. Бывает холодно, отхолаживает вискоза. А вот в этих леггинсах, я хочу вам показать, они безупречно сидят на фигуре. Эти леггинсы очень хорошо подтягивают фигуру. На самом деле никакого коррекционного белья, и очень эффектно смотрится на фигуре. Это очень здорово. Вообще, хочу напомнить, что они не вытягиваются, в них очень комфортно двигаться. Можно надеть ботфорты, удлиненную тунику, и так можно ходить в кафе, на
встрече с друзьями, надеть укороченную куртку, и ножки при этом очень стройные. Слушай, здорово, такой симбиоз плотных колготок, брючек и лосин в одном, и леггинс. 999 рублей, только задумайтесь, леггинсы — специальное предложение только с сегодняшнего дня. Цена снижена специально сегодня на 400 рублей для вас. Вы сегодня получаете тепло до минус 25, универсальное предложение, которое легко сочетать с вашим уже имеющимся гардеробом, и, конечно, защиту. Посмотрите, сколько они могут испытаний выдержать. А ваши колготки, плотные колготки, могут выдержать такие испытания? Как стилист могу сказать, у меня в гардеробе всегда найдется место лосинам и леггинсам. Причем они не создают дополнительного объема и очень хорошо все утягивают. Здорово. Здесь невероятно высокая посадка, она закрывает пупок. Вот здесь у меня заканчиваются леггинсы. Посмотрите на ширину. Именно, я бы даже сказала, такой легкой корсетной части. Давайте чуть-чуть покажем повыше. Итак, высота ее приблизительно 6-7 сантиметров. Обратите внимание на плоские швы. Ничего не будет создавать дискомфорта для наших женщин. И потом, Ариша, держи с одной стороны. Так. Давайте еще раз посмотрим, как тянется эта лента. Многие женщины, вот как моя мама, возраст после 60, жалуются на то, что не могут носить брюки, очень неудобно, и хочется убрать животик. В этих леггинсах вы ощутите комфорт. В них можно ходить и заниматься своими делами. И при этом выглядеть очень стильно. Я сейчас пройду на подиум, покажу вам, насколько леггинсы эффектно смотрятся с высокими сапогами, с угами, с ботильонами. И напомню, что это одна из самых модных деталей нового 2018 года. Ноги при этом, несмотря на то, что внутри у нас вельбоа, выглядят стройными. Посмотрите, все подтянуто. Мне очень нравится, как смотрится с ботфортами, высокими сапогами. Это последний писк 2018 года. Я надеваю спокойно тунику, и при этом ничего не просвечивает. Это очень важно для тех женщин, кто любит уверенность и комфорт. Выбор эксперта Светланы Воронцовой на сегодня. Ваш выбор на сегодня. Комфорт, качество и модный образ. Всего за 999 рублей. Напоминаю, что цена только сегодня. Размер у нас единый от 48 до 60, но 62 и 64 к нам присоединяются. И сегодня у нас подарок для наших постоянных и новых телезрителей. Бесплатная доставка от суммы заказа 3990 рублей. На этом вы сегодня тоже экономите. Ну и также, конечно, с первой покупкой вы получаете в подарок золотую карту. Не забывайте об этом. Бесплатные телефонные звонки. Свет, скажи, пожалуйста, у меня вот такой вопрос к тебе. Я знаю, что тебе на улице будет не холодно, а здесь тебе не жарко? Нет, вот это тоже меня беспокоило, говоря о том, что леггинсы защищают нас от морозов. Многие женщины думают, ну как это мы выйдем на улицу, так будет нам тепло, а как же в помещении? Мы готовимся перед съемками к нашей программе за час. Я хочу вам сказать, что в этом наряде я уже достаточно долго, более часа. Я выходила в них и на улицу, у нас сегодня пурга, очень заснежено, и находясь в помещении, могу вам честно сказать, мне комфортно. И знаете, что еще самое интересное? Мое тело дышит и наслаждается массажным эффектом. Но как стилист я все-таки напомню вам, что это модная вещь. Не упустите свой шанс.